Я Катя Стольникова. А я Вова Стольников. А ты кто? А это Владимир Владимирович Стольников. А вместе мы дружная семья. Один за всех и все за одного. Еще буквально неделю назад глава семьи Владимир боялся сцены. Но ради любимой супруги мужчина преодолел свой страх. И вот сегодня семья Стольниковых – участник районного конкурса «7+, я под номером 4». У меня вообще боязнь сцены. Первый раз в жизни на сцене. Жена. И перебороть вот этого страха, вот это волнение. И я думаю, что... Мы проверили друг друга. Это как испытание, в котором я убедилась, что мой муж самый лучший для меня. Первые три конкурсанта – семьи Бердюгиных, Чупревич и Кириенко. Среди них нет профессиональных артистов. Они, как и Стольниковы, образцовые мужья и жены, мамы и папы. И это аксиома, не требующая доказательств. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. Много лет спустя. Строгие судьи оценивали то, насколько дружный творческий коллектив сложился из семьи. Это возможно было сделать и после ознакомления с домашними заданиями конкурсантов. Их три. Визитка семьи, семейное блюдо и танец. О еще двух конкурсах знали только организаторы. И именно они считаются самыми показательными. Это два конкурса, о которых не знает ни одна из пар, даже если они самые близкие моему сердцу. Однозначно. Никому не рассказываю. Именно эти конкурсы помогают выявить, насколько пары взаимодействуют с друг другом, насколько они понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда, и дети где-то помогают. То есть, достаточно интересно. Этот конкурс для семьи, как ТО для автомобиля, к такому выводу пришла семья Бердюгиных. И другие конкурсанты их поддержали. Конечно, это не то же самое, что вместе ремонт сделать, но брак, тем не менее, укрепляет. Павла и Галину в течение 4 лет уговаривали поучаствовать в конкурсе. Они шутят, ждали, пока родится ребенок. Без детей участвовать нельзя. Готовились 2 недели, я похудел. Она тем более. Вопрос, нравится или не нравится? Конечно, нравится. Жюри было непросто определиться с победителями, но по итогам всех конкурсов 3-е место разделили семьи Бердюгиных и Чупревич. 2-е место заняли Кириенко, а победителями стали Стольниковы. Именно они теперь будут представлять Одинцовский район на областном этапе конкурса, который пройдет в Подольске 28 ноября. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».